В общем, все, друзья, сейчас устанавливаю камеры и дожидаюсь темноты. Изобрел нечто, что может помочь связаться с умершими родственниками. Dark Ghost. Привет. Недавно мне написала женщина и рассказала трагичную и в то же время жуткую историю. У этой женщины был сын, он увлекался познанием загробного мира и пытался разгадать самую большую загадку человечества, что происходит с душой после его смерти. И на протяжении многих лет он изучал паранормальную тематику. Его комната была похожа на музей. У него были собраны картины, рисунки, фотографии призраков и демонов. Какие-то из этих фотографий были взяты с интернета, что-то он фотографировал сам, что-то сам рисовал, где-то покупал картины. Но то, что его очень сильно влекло, вот это паранормальное, это можно было уже понять, зайдя в его комнату. И однажды он подошел к матери и сказал, что изобрел нечто, что может помочь связаться с умершими родственниками. Мать, соответственно, приняла все это за фанатичный бред. И он решил отправиться в деревню, где жила его покойная бабушка. В ту деревню он часто приезжал, но в этот раз сказал, что едет именно установить с ними контакт. Позвонил он матери только через неделю и сообщил очень ужасную весть. В доме двигались вещи, были странные звуки. Он слышал голоса своих родственников, дедушки и бабушки, но вот эти голоса ему угрожали. После чего резко оборвалась связь, и это был его последний звонок матери. Позже его тело нашли на улице, врачи диагностировали острую сердечную недостаточность. Эта женщина попросила меня съездить в тот дом и выяснить, что же на самом деле там произошло. И сейчас я нахожусь именно в том самом доме. Покажу весь этот дом, проведу, так сказать, небольшую экскурсию, потому что я еще сам здесь толком нигде не был, вот зашел только в первую комнату и в сени. Вот, сейчас осмотрю дом и расставлю камеры. Так, вот здесь я уже расставил штативы. Хочу расставить камеры в этой комнате и в этой комнате. Установить камеры, а самому либо остаться в какой-то из комнат, ну, либо выйти на улицу, посидеть в машине. Что это, интересно, такая за кружка? Что здесь написано? Номер 411. Так, тут походу тоже занимались пчеловодством, потому что вот соты. Что это за звук?
Кость. О, блин. Офигеть. Какая, блин, морда жуткая. Меня, походу, пчелы преследуют. Везде стекло. Странно, я ничего не нахожу. Все как обычно в старых заброшенных домах. Ничего такого мистического здесь. В принципе, его комната была в квартире. Возможно, он только там все хранил. Все вот эти картины. Фотографии, рисунки, вот это все паранормального, то, что он скачивал в интернете, то, что он фотографировал сам, рисовал. Ух, нифига себе. Вот это куколки. Это, конечно, уже жестко. Ну это явно не детские игрушки. Странные вещички тут все-таки. Ладно, пойду спускаться буду и во вторую комнату. Так, заходим в дом. Стулья, кстати, вот так были расставлены, и я вообще их не трогал. Блин, головой зацепился. Она низкая, она пипец какая низкая. В общем, все, друзья, сейчас устанавливаю камеры и дожидаюсь темноты. Самая такая паранормальная активность проявляется именно в темное время суток, ночью либо в сумерки. Попытаться выйти на связь с сыном той женщины, которая мне написала. И понять, что же здесь произошло на самом деле. Но ЭГФ, к сожалению, друзья, я забыл. Если здесь что-то будет паранормальное, то я сюда вернусь уже и проведу сеанс ЭГФ. Все, одну камеру установил. Здесь в углу. Сейчас я его включу. Кстати, здесь работает счетчик, звук. Только я проверял, лампочки не горят, свет не горит. Либо лампочкам кранты. Не знаю. Так, в общем, все, сейчас включу первую камеру. Съемка пошла. Так, вторая камера, съемка пошла.
съемка идет. Сейчас включу вторую камеру. Ну вот, друзья, сейчас побыл в машине, посидел, хотел запустить стрим в Инстаграм, но связь здесь не везде ловит, поэтому даже там, где она ловит, с этой связью никак не запустить. Даже порой страницу ВКонтакте не открыть. Поэтому не получилось у меня провести стрим. Не знаю, что в камеры сняли, пока что не буду смотреть. Потому что, ну, чтобы не сажать аккумуляторы. Хотя, если были бы зарядки, я бы, наверное, мог бы здесь подзарядиться, если здесь электричество есть. Я думаю, что розетки бы работали. Но у меня нет с собой зарядки. С темнотой уже еще раз поставлю камеру и выйду с дома. Ну а так, пока что не знаю. Как бы я не сказал, что здесь какая-то жуткая атмосфера, жуткий дом, обычный заброшенный деревенский дом. Все, друзья, жду вечера, жду темноты. А пока иду в машину. Ну вот, друзья, наступила ночь, сейчас можно будет установить камеры. Я бы остался здесь, но у меня нет воды и нет еды, поэтому завтра я приеду сюда и проведу сеанс ЭГФ. Ну а пока сейчас установлю еще раз камеры. И... Будто бы что-то промелькнуло. Так, ладно, пойду устанавливать камеры. Сейчас включу эту. Вот, то ли за этой стенкой грохот, либо комод. Либо шкаф, все грохочет, я не понимаю, либо комод. Опа. Походу здесь сейчас камеры не буду устанавливать. Сейчас просто попробую на вспышку. Так, друзья, сейчас включил красный фильтр. И сейчас включу вспышку. Все. Включаю этот свет. Вот сверху, с этого бока, с комода, со стороны кровати, ну, в общем, с этого
Угла. Главное, дверца шкафчика закрылась. Либо так полы сыграли, ну, я не знаю. Мучит. Да, в комоде. Может, там крыса живет? Охереть. О, блиныч. Это фотки. Это вот все, наверное, как фотографии, которые он собирал. Вот такие вроде картинки я видел в интернете. Вроде бы как. Это жесть. Мне вообще всего такого, как бы, фотографий таких. Просто жесть. Там реально еще шаги были. Да, тут эти. Не то там нет. Что ты? Вот это что-то похожее, будто бы в кустах. Какая-то сущность, похожая на человека. Возможно, даже вот эту фотографию и он сделал. Но вот эти, вот эту я точно вроде в интернете видел.
Но он собирал, он коллекционировал такие фотографии. Его мать рассказывала то, что он был... Он собирал картины, он рисовал сам. Обратно. Это пипец, конечно, когда я открыл ящик и... Ну, в общем, друзья, сейчас я понял то, что здесь, да, реально есть что-то паранормальное, и по-любому я сюда буду возвращаться уже со спиртбоксом и проводить сеансы ЭГФ. Сейчас, друзья, пока собираю вещи, установлю камеру, ну и, может быть, что-нибудь засниму. Попробую еще раз установить камеру. В общем, сейчас установлю здесь камеру, соберу по лишним вещи, пока снесу машину, и вернусь уже за камерой. Возможно, может быть, что-нибудь она запечатлит. Я думаю, точно что-нибудь запечатлит, потому что я слышал здесь реальные шаги, когда стоял возле комода. Вот, и всякие шорохи, стуки. В общем, все, друзья, сейчас ставлю камеру. Все, камера пишет. Я пошел. Так, ну все, друзья, я отнес вещи и отправляюсь сейчас домой. Завтра я приеду сюда, проведу здесь сеанс ЭГФ, это по-любому. Здесь что-то есть паранормальное. И попытаюсь связаться с Павлом, это сын той женщины, которая мне написала. Попытаюсь связаться с ним при помощи ЭГФ. Ну все, друзья,
Всем пока.